Собор Благовещения Пресвятой Девы Марии, Кафедральный собор епархии Мулена. На месте часовни конца X века, посвященной изначально святому Петру, в конце эпохи Средневековья была сооружена коллегиальная церковь Бурбона, церковь Нотр-Дам. Наиболее старая часть существующего в наше время здания была построена в стиле пламенеющей готики, и ее первый камень был заложен в 1468 году Агнесой Бургундской, 61-летней вдовой бургундского герцога Карла I и матерью герцога Жана II. Строительные работы были завершены в 1540 году. Коллегиальная церковь получила статус кафедрального собора в 1823 году после образования Муленской епархии. Муленский мастер – южно-нидерландский фламандский художник, работавший при дворе герцогов Бурбонских между 1483 и 1500 годами. Работал в Туре, Мулене и Лионе. Его точная идентификация до сих пор остается под вопросом. В числе настоящих имен мастера из Мулена называются Жан Эй. Эта версия доминирует. Жан Перриаль, Жан Прево и Жан Клуэ старший, отец придворного портретиста Жане. Мастер из Мулена – один из самых загадочных живописцев Северного Возрождения. Живописец работал в конце 15 века, который относится к наименее изученным периодам в истории искусства Франции. Современные исследователи приписывают мастеру из Мулена 17 алтарных произведений, которые являются частями в большинстве створки. Алтарей, разобщенных в 17-18 веках, рисунок карандашом, эскиз витража, миниатюру. Его самое известное произведение, триптих кафедрального собора в Мулене, Богоматерь во славе, был создан около 1500 года и дошел до наших дней в очень хорошей сохранности. На центральной панели изображена Мадонна с младенцем в окружении ангелов. Ее фланкируют портретные изображения донаторов – герцога Пьера II, герцогини Анны де Буржо и их дочери Сюзанны. Старонидерландская традиция – портрет заказчика, левая и правая створки. Элегантно одетые, богатые красные и синие бархатные одеяния, Мадонна с младенцем изображена на фантастическом фоне, в окружении ангелов и окутана мистическим светом. Ноги Мадонны покоятся на полумесяце. Утонченная техника мастера из Мулена выявляет цветовое богатство драгоценных камней на короне, а удлиненным чертам Мадонны присущ изумительный лиризм. Этот высокоодаренный художник испытал влияние Гуго ван дер Гуса и перенял сдержанную элегантность своих нидерландских современников. Один из крупнейших французских живописцев 15 века, он получил прозвище по местонахождению своей главной работы – триптиха в соборе в Мулене. Нам почти ничего не известно о личности мастера из Мулена, в частности, неизвестно и его настоящее имя. Относительно его деятельности существует множество теорий. Так некоторые исследователи полагают, что он мог быть придворным художником французского короля Карла VIII. Мастер из Мулена – условное имя, введенное историками искусства для обозначения анонимного автора триптиха «Богоматерь во славе» собора Нотр-Дам в Мулене
исполненного около 1498 года по заказу герцога Пьера II Бурбонского и его супруги Анны Французской, а также ряда объединенных вокруг него работ периода 1480-1490 годов. Как отметили Лоренц и Регон, работы мастера из Мулена отличаются высокими художественными качествами и составляют наиболее обширное собрание, относящееся к французской живописи 15 столетия, что заявляет о его особом статусе. Такая полнота наследия предоставляет уникальную возможность проследить эволюцию отдельно взятого мастера на фоне ключевых процессов эпохи и выявить взаимосвязь между основными этапами развития французской живописи и творчества художника. Творчество мастера из Мулена затрагивает ряд ключевых вопросов эволюции французского национального стиля во второй половине XV века, на которую приходится процесс формирования новой художественной традиции. Первым вопросом является становление ренессансного стиля в рамках позднеготического искусства. Зарождение и развитие ренессансного стиля было связано с утверждением новой идеологии и выражалось в плодотворных творческих исканиях ведущих мастеров эпохи. Истоки этого процесса лежат в творчестве Фуке, в портретном искусстве которого нашло яркое выражение новое понимание человеческой личности и ее место в окружающей действительности и находят продолжение в картинах мастера из Мулена. Становление ренессансных принципов было взаимосвязано с процессом формирования новой художественной традиции, который сопровождался иностранными влияниями. Воздействие нидерландского стиля на французскую живопись составляет второй ключевой вопрос, связанный с исследованием творчества мастера из Мулена. Нидерландский стиль тесно переплетался с собственно национальной изобразительной традицией, оказывая существенное воздействие на ход ее развития. Плодотворные творческие связи с искусством нидерландских художников явились существенным фактором, повлиявшим на развитие французской живописи, проявляясь в иконографии, типах персонажей и манере изображения отдельных мотивов. Мастер из Мулена сформировался в Нидерландах, и его творчество является показательным примером трансформации нидерландского стиля на французской почве. Третьим вопросом является проявление итальянизирующих тенденций, которые доминировали во французской живописи в конце XV века, когда было создано основное число алтарных произведений мастера из Мулена. Воздействие итальянского искусства открыло новые горизонты развития французского искусства, определив его развитие в XVI веке. Особое значение итальянизмы играли в архитектурном развитии, находя применение в декоре светских построек. Прежде всего, архитектурная трансформация произошла в центральных областях Франции, в Турении и Бурбоне, где была создана большая часть произведений художника. Творчество мастера из Мулена, которое содержит в себе ряд архитектурных изображений, наглядно иллюстрирует данный процесс. Архитектурные образы, представленные на фоне некоторых алтарных работ мастера, характеризуются введением ордерной системы и элементов ренессансного декора.
Эти три ключевые проблемы, определившие ход развития французского искусства на протяжении второй половины XV века, являются взаимосвязанными и находят разрешение в творчестве последнего крупного художника столетия – мастера из Мулина. Подобно туркскому художнику Коломбу, завершившему развитие искусства миниатюры, которое пережило в 15 столетии во Франции пышный расцвет, автор Муленского триптиха замыкает развитие алтарной картины. По сути дела, он является последним французским художником, у которого эта живописная форма является основной формой выражения. Вместе с тем, мастер из Мулина стоит у истоков формирования светской станковой живописи, проходившей в искусстве Франции того времени стадию своего становления и намечает ее развитие в следующем столетии, когда алтарная форма угаснет, а светский портрет займет место ведущего живописного жанра. С другой стороны, творчество мастера из Мулина подводит итог процессу сложения новой художественной традиции, ознаменовавшему искусство Франции во второй половине XV века и воплотившемуся в творчестве его предшественников. Среди них необходимо выделить таких выдающихся мастеров, как Фуке, Картон, Блейк. Художник чутко реагирует на влияние времени, применяет новаторские композиционные и иконографические схемы, а также перспективу и новый реалистический метод. Таким образом, мастер из Мулина может быть определен как мастер переломной эпохи, живописное творчество которого служит наглядным примером, раскрывающим основные процессы художественного развития Франции того времени. Thank you.